Бюджетники и многодетные семьи Камчатки смогут получить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. В правительстве края отметили, что прием документов на соцвыплаты от камчатцев продолжается. Кроме бюджетников и многодетных семей, на выплату могут рассчитывать и жители полуострова, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Отметим, в прошлом году 47 семей смогли воспользоваться этой услугой, что помогло им купить квартиру или улучшить свои жилищные условия.